Около половины 10 вечера совершенно жуткое происшествие случилось в селе Табары, точнее на 83-м километре автодороги Табары-Тавда. Под колесами груженного шлакоблоками КамАЗа обрушился мост через реку Табаринку. Водитель грузовика погиб. Причиной обрушения моста и гибели КамАЗиста стали не вешние паводковые воды, как это можно было бы подумать в первую очередь. Хотя и они тоже, но не нынешние текущие там сейчас, а вообще вода, подмывавшая эту переправу за все время ее долгой эксплуатации. Мост, конечно, ремонтировали, но не до конца как бы, а как бы наполовину. И по данным ГУИЧС был он закрыт, и ездить по нему было нельзя. Табаринская администрация, однако, отвечает в том смысле, что если бы действительно этот мост не эксплуатировался, то у этого и без того глухого места просто не было бы связи с большой землей, как нет ее сейчас, после обрушения моста. Никак больше туда не проехать, нет другой дороги. А пока мост был, по нему ездили каждый день, и не по разу, в том числе и рейсовые междугородние автобусы. Больше просто нет никакой дороги, повторимся. Водитель табаринского ДРСУ Александр Овчинников, мужчина, кстати, взрослый, опытный, трезвый, и, естественно, ехал тоже. Была путевка, вез шлакоблоки. Когда проезжал мост, подломились опоры, грузовик рухнул в реку. Александр Овчинников погиб. КамАЗ из-под воды извлекали спасатели МЧС. Эта же структура занимается сейчас восстановлением переправы через Табаринку и в сотрудничестве с ГИБДД выяснением причин и обстоятельств гибели человека и обрушения моста.